Где же я оказался? Это что еще за козябра? Надеюсь, я смогу его обойти. Ой, нет, нет, нет! Ай, где же я? О, красная кнопка, я же их так люблю. О! Всем привет, сегодня будет битва строителей, на которой мы будем строить человечков из игры «Радужные друзья». Давайте поскорее начинать. О, сколько кнопок, а почему синие? Сейчас я запущу традиционный салют, который я запускаю каждый раз, и вы будете начинать строить, я вместе с вами. А пока у вас есть 2 минуты, чтобы разбежаться по своим командам и выбрать любого радужного друга, которого вы будете строить. Выбрали, кого будете строить, каких радужных друзей? Молчание, знак согласия. 3, 2, 1, все, можете начинать строить. И уберите эти кнопки отсюда. Я буду наблюдать за нашим прогрессом каждые 10-20 минут. И в конце мы посмотрим, что за радужные друзья у нас получится. Вернемся через 10 минут. Прошли первые 10 минут, и я начинаю смотреть, что получается у участников. Первый, к кому я пришел, это Бафтер. Привет. Я тут. Бафтер строит зеленого Грина. Да, он же зеленый. И пока что у него только ноги из вот такого материала. А знаешь, у Грина ноги очень длинные, прям очень вообще. Надо больше делать. Он типа как этот Хагивай или не знаю, монстр из Закулисья. Такой высокий. Ну или как Эндермен из Майнкрафта. Ну ладно, сейчас я пойду к Блэк Фоксу, посмотрим, что у него получается. Он тоже зеленого строит. Он за 10 минут построил уже сразу и ноги, и тело. А внутри он пустой. Не понял. Эконом. Эконом вариант. И у него будут там механизмы, чтобы он там ходил, руками что-то делал, как это в оригинале бывает. Ну да, я его сначала построю, а потом уже определюсь, как механизмы делать и все такое. Ладно, посмотрим, что у тебя получится. Сейчас мы идем дальше, а точнее мы идем к гусю. Так, а гусь у нас строит, что тут ты у нас строишь? Сцена будет, собери все эти коробки. А, сцену, чтобы все коробки надо собрать, да? Понятно, то я уж подумал, что это за монстр такой огромный может быть. Значит, у тебя будет сцена, да, со всеми этими коробками. Мы их будем собирать. Ну, посмотрим. Дальше у нас будет памперс. Покупайте памперсы недорого. Памперс у нас пока что единственный, кто строит синего человечка. Хотя... У него пока что получается только вот такие вот полусферы. Это, вероятнее всего, будет его голова. Так, вот это кого лагает, да, на сервере? Что за кровь? Ужас. Это лагает. Он стоит максимально кругово блю. Ну и посмотрим, как оно у него получится, потому что пока что есть только сфера. Что я могу сказать про сферу? Ничего. Дальше у нас будет красная команда с Удамиром. Привет. Привет. И что же у тебя получается за человечек? Я что-то не понимаю. Какие-то шлемы по сутки. Я строю синего. Ты понял, делаешь что синего, но пока что делаешь ноги, да? А, понятно. Понял, что у него не такие небольшие. Так, сейчас мы посмотрим, что получается у меня. А у меня получается, ну, я строю фиолетового, который вентиляции, потому что, как по мне, это довольно просто, и мне будет интересно просто делать анимацию убийства, ведь она у него, по моему мнению, самая красивая. И пока что я сделал только то, что сейчас покажу. Так, вот получается, она задвигается, потом я кнопку нажимаю, и она странно открывается. Я пока что делаю, чтобы у нас вентиляция открывалась правильно, вот так. И потом сделаю там глаза, и чтобы руки тебя хватали, и потом была анимация убийства со скримером. Но это пока что все, что я хочу сделать. Дальше у нас будет точного твоего имени, никто не знает. Так, я вижу тут какие-то кнопки еще. Рай для уха, подпишись. А что сильнее кнопки? Ну просто. Потому что я стал сидим. О, и ты тоже, да, строишь Грина? Да. Как мне кажется, у Грина глаза гораздо больше. И гораздо не сконцентрированнее. Потому что он слепой. Понимаю. Понимаю, ладно. Глаз у тебя есть, рот у тебя есть, а смотрится все это вот так. А, вот что не хватает, короны. И можно было глаза, в принципе, побольше делать. Все лучше глаза побольше делайте, они у вас какие-то маленькие. Потому что там радужные друзья небольшие. Дальше у нас будет It's Cold. Давай посмотрим, что у тебя тут добавилось. Не, ну ты руки полностью закончил, у тебя пальцев не было. Теперь есть пальцы, есть вторая рука. И также ты начал делать ногу. Вот такой у тебя грин получается. А, все,
Так, дальше у нас будет красная команда. Ты, видимо, начал делать механизмы, потому что ты отодвинул вот эти ноги Бу и поставил сервоприводы, чтобы они наклонялись, и он типа ходил. Ну и также ты закончил строить вот это тело полукруглое, квадратное. И это пока что все. Дальше у нас будет розовая команда с гусем. Я тут, я сейчас чуть-чуть занят, я под землю строю. Гусь у нас строит саму карту, игру. И, как я вижу, ты добавил вот эти три кубика. A, B, C. Типа, ну, мы будем собирать 24 разных кубика. Так, ладно, я прибежал к Black Fox. Сейчас. Короче, не спрашивай, почему у него нет пока что лица. Я не понял, сколько времени прошло, потому что уже много времени, потому что я не успеваю и начал строить. Ты все успеешь. А ты уже тоже начал делать механизм своему грину. Отделил пока что ноги, хотя не до конца. И вроде бы сейчас начинаешь делать механизмы, да? В черной команде тоже строят грина. Угу. Что с тобой? Он застрял. Меня задушили. Ничего, сейчас исправим. Ой. Не-не-не-не-не-не-не. Так, ладно. Что у тебя тут за грин получается? Мне кажется, он немножечко маленький получился. Ну ладно. Такое у него лицо, но у грина вроде бы нету. Как ни усов, и рта тоже у него нету. Это не усы, но это кажется. Это рот. Ну такой у тебя получился грин. И сейчас мы идем последнюю мою команду тогда. Вот получается, как все это работает. Тут стульчики, я их потом включу на прозрачность. Стульчиков нет вот на этом промежутке, где нет воды. Там можно спокойно пройти. Ну как спокойно? Может, не получится это сделать. Вот на эти стульчики, когда вы будете попадать, будет открываться вот эта вентиляция от кнопки вот так. Я, кстати, тут настроил, у меня тут поршень и сервопривод. И будут вот так выдвигаться руки вперед, и вы будете заезжать в портал. Портал, к сожалению, упал, но вы попадете вот сюда, и здесь будет скример. И вот такой полностью рабочий фиолетовый монстр у меня будет. У меня добавилось очень много чего, и я решил сделать большой сюжет этой игры. То есть этот фиолетовый монстр, я покажу его не в вентиляции, а настоящего. Но вентиляция он тоже будет, кого-то он съест, и того, кого он съест, он попадет, сейчас покажу куда. Вот в такую вот темную комнату. Попадает вот в такую вот комнату, я тут сделаю такой небольшой эффект затемнения, и будет очень темно, и человек будет двигаться вперед. А потом я не скажу, что будет, там будет так жесткий скример. Также я сделал другую концовку, если нас не сидят, мы пройдем к двери, где мы выйдем на открытую местность, где все заросло травой, и мы увидим этого монстра за вот таким эффектом. Вообще-то это все выглядит вот так, но отсюда это выглядит красивее. Я сделал такую вот прослойку из блоков прозрачных, это типа такой туман, и тут ничего не видно. Тут я пока что все механизмы не закончил, и думаю, даже не надо показывать, что тут у нас будет происходить. Но я иду в следующую команду. Так, дальше у нас кто? Бабстер. Это грин. Ну, типа того. Я злой призой грин. Если ты не подпишешься за 5 секунд, то я тебя съем. Кто такое видел в ютубе? Не видел. Сейчас я иду к Блэк Фоксу. Короче, я перезагружаю свою постройку, потому что у меня тут сейчас проблемки, потому что у меня почему-то механизм сломался, он не работает. Ого, ты ему зубы тут сделал. Ты ему делаешь механизм, да, чтобы он двигался? Крутой. Он, видно, у тебя еще все в прогрессе. Но механизмы, думаю, ты не сможешь показать прямо сейчас, потому что они еще не готовы. Так, следующая команда, к которой мы заходим, это Лудомир, который как раз таки нас строит синего. И он поставил два таймера. Давай, синий, то есть розовый, давай, побежал, давай. Не работает. Не работает. Ладно, не буду тебе ничего портить, поэтому я ухожу. Ну, у всех, как я вижу, механизмы сейчас в полном прогрессе. Все сейчас занимаются механизмами, кроме памперса. Памперс, я помню, что у тебя был синий. Он слишком лагал, поэтому я его... Так это ты крашил сервер, да? Три раза подряд. И ты решил делать грина? Так, у нас сколько гринов? Раз, два, три, четыре, пять. Пять гринов. Дальше у нас будет последняя... нет, не последняя команда. Белая с гусем, которая у нас... Дай-ка я нажму-ка. Вот, я нажимаю на кубик, он пропадает и появляется там. Да? Да. Вот А появился. Последний кубик возле речки. А почему не 24 кубика? Ну, слишком много. Я еще буду делать. Ну вот, у тебя вот три кубика находится. Ты знаешь, это очень прикольная игра. Можно даже такую играть. Типа найти предметы, типа так прячешь какие-то предметы и все. Ну, кстати, очень прикольно, можно будет тут монстрами так бегать тоже. Ладно, я пойду сейчас в следующую команду, к последнему It's Cold. Так, у него тут что-то новое появилось. Зэк сидит на хлебе. Подпишись, если хочешь хлебушек. Это надпись. Сам персонаж. Что за... Встань на кнопку? Не тыкать. И тут не.
Я сейчас взорвусь, 100% уверен. Да. И чё не взрываюсь? Давай. Тыкательные кнопки. Я так и знал. Все хотят, чтобы я взорвал. А у тебя уже готов грин? Так, чё делать? Можешь разфиксировать? Кажись, я понял, что надо сделать. Ой. Господи. А я, ой, как залагало сильно. Прошли 20 минут, и мы начинаем смотреть, что у нас получается. Да, я, кажись, с самого начала показал вам то чудище, которое у меня получается. Ну ладно. Вот та самая комната, я говорил, что тут добавлю такой же эффект темноты, и вот я его добавил, видите, какое затемнение, у нас тут вообще ничего не видно. Потом в конце будет кнопка, при нажатии которой на подписчиков влезет. Уже вылезет. Вот это будет максимально страшно, еще тогда там будут какие-нибудь страшные звуки, вы криките. Ух, который показывает сказку. Меня там не забыли. Так, я сейчас иду в черную команду к бабуфтеру сначала. Что за черная стена? Где я? Получается, мы такие, вот так от первого лица, топ-топ-топ-топ. И потом такой, как она на нас вылазит, да, мы такие. Да. Ладно, я пойду в синюю команду. Сейчас я иду тогда к Блэк Фоксу. Вот это у тебя глазище. Сразу видно, он слепой так глаза. Представьте, что вот это чудище бежит на вас. Где чудище? Так, сейчас я пришел к памперсу, который сначала строил Була, потом решил построить Грина, и он у него получается очень худой. Что это вообще такое? Вот это у него язык. А, знаешь, он мне очень нравится. Красивый. Красивые руки. Красивый язык. И у него нет зрения. Уводите, пожалуйста, у меня бабайка сломалась. Какого бабайка сломалась? Сейчас посмотрим. У меня. It's cold, я иду к тебе. Не тыкать. Так, это я уже помню, я не буду тыкать. I'm green, I'm cold. Бабайка. Бабуйка. Три глаза у монстра. Два отвалилось. Это что такое? Оно живое? Оно живое, но оно сломалось из-за чего-то. Да не тыкай, не тыкай! О-о! Полегче, куда полетел? Спуститься вниз! На рычаг нажми потом. Еще раз. И можешь ходить. Я могу ходить? Можешь ходить. И куда это я уходил? Зеленый бегает. Тыкнем на кнопку. I'm green. Па-бам. Крутое. Гуся закрыли в мече, а мяч крутится. Тебе не больно? Помогите, пожалуйста, много. Я добавил теперь, у меня теперь тут 6 этих кнопочек. Если что, извиняюсь за тихий голос, я просто... У меня тоже тихий голос, и меня никто не слышит. Так, значит, нам нужно просто искать кубики, да? Ты их сделал побольше, молодец. Да, тут 6 кубиков. Вот, я собрал кубик, он появился там. Это очень замечательно работает. Знаешь, мне твоя постройка очень нравится. А ты знаешь, что еще можешь сделать? Что? Ты можешь сделать, типа, маленькие комнатки из той игры, такие, типа, или здания какие-нибудь, и в них поставить еще кубики, так тоже можешь. А, что за бабайка? А как я сюда залетела? Там изоляция включена. Бабайки именно это. Но у комнатки не знаю, как делать, я просто не помню, какие там комнаты были. Ну, можешь просто вот такие, смотри, домики, смотри. Смотри, классические домики. Хам. Ну, побольше. Вот тебе дом. Я живусь, это мне хлеб, спасибо. Пожалуйста. Прошли 20 минут. И так как мы все закончили свои постройки, мы начинаем смотреть. И начинаем мы с Black Fox. Он, короче, может опускать руку, если нет стены рядом. Он может опускать руку и может махать рукой. Всем привет, с вами я, Грин, и сегодня я буду пожирать уков. Давай, ешь Хорошо. Меня уже, я уже заждался. Короче, у него есть анимация ходьба. О, вот это уважение. Уважуха. А можно я поехатаюсь? Так, вот я могу ходить. Хоп-хоп-хоп, топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Я всем привет, я Грин, и пришел есть всяких гусей и других деликатесов. А камера есть? Камера тоже есть. Ура, я могу еще рукой махать. Всем привет, я Грин. Ой, не понял, а что там кто-то на моей голове летает? Ну, такой у тебя интересный грин получился, можете остановить его в комментариях. А сейчас мы будем смотреть постройку доброго гуся. Добрый гусь построил не персонажа, а саму сцену, где нам нужно собрать кубики. Кстати, вот эта форма мне очень нравится, так красиво смотрится вот это все. Давай, я загружу заново, что хочу. Не волнуйся, я добрый гусь, все будет отлично. Я знаю, что ты добрый гусь. Спасибо. Смотри.
я сделал такую арку, и там проход такой. Там красная кнопка. Не надо. Так, и тут получается куча блоков, которые нам нужно собрать, как в самом, в самой игре. Вот цех, хоп, собрал, и он там появляется, да, вон. Да. Вот эти три блока не нужны. Так, ну что ж, спидран. Когда ты соберешь все блоки, там будет концовка. Окей, сейчас соберу. А, грин бежит, чтобы нас съесть, как в самой игре. Последний кубик, хоп, жмак, и что теперь? Это был последний кубик, нажимаем на красную кнопку. И у нас сейчас должна появиться... Всё. Иди на улицу. Иду. Да. Я требую выкуп этой кнопки. В смысле? Не понял, какой выкуп? Давайте мне деньги, или эта кнопка взорвется. Какая кнопка? Ты хочешь убить кнопку? Как ты посмел? Да, давайте мне выкуп. Сколько хочешь монет в нашем дискорд-сервере? 2 миллиона сойдет. Ладно. Ого. Короче, я тебе начисляю 2 миллиона монет. Прямо сейчас. Так, снимаю со своего баланса. Эта кнопка будет в целости и безопасности. И помню, я добрый гусь. Ага, выкуп 2 миллиона, блин, теперь у меня только 4. Всё, кнопка будет в целости и безопасности, я даже тебе её сейчас отдам. Моё. Ура! Лайка, мой место. Это красная кнопка подписаться. Так, сейчас мы идём к памперсу, у которого тоже был грин. Вот, настоящий грин. Такой тонкий вообще. Так, ай! Мне сразу съесть хотел. У этого зеленого грина есть красивые руки, ноги и даже язык. У него двигаются руки. А еще что он умеет? О, прям кушает меня. Давай, я тебе в рот залезу. А, все, видите, он мою голову кусает, съедает. Нет, помогите, он меня съел. Хам-хам-хам. Все. Вот такой грин у тебя получился, но он очень функциональный. Если вот в ту карту его запустить, то будет очень круто. Классно, 2 грина. Их можно, в принципе, оценить в комментариях, но мы идем в следующую команду. Сейчас мы будем смотреть постройку It's Colden, который построил две версии грина. На первую садись, на первое кресло. Так, кушать, это надпись, сам персонаж. Ой. Так, он умеет летать. Кушать. О. Не понял. Кушать. Он меня съел. Ам-на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 м. Вот так, что ли? А это что такое? Почему у него красные глаза? Это страшный грин. И я тебя съем. Ой, меня оттолкнули. Страшный, очень, прям очень вообще. Ой. Мою постройку вы уже видели в начале, так что не вижу смысла ее показывать. Сейчас я вам рекомендую посмотреть видео, где мы прятались от радужных друзей в Роблоксе. Ну а с вами был Геймс, всем пока.